перейдем от последовательности к ожирению. Будем считать, что отражать нельзя, переворачивать нельзя, а вращать можно. И зададим себе очень простой вопрос. Сколько существует ожирений? На все остальное то же самое. Так, кстати, ответы будут, разумеется, уже все неверны. Сколько существует непериодических ожирений? Так, давайте, я уже должен стереть, что качества нет, потому что это уже неправда, потому что там можно вращать и так далее. Количество ожирений, давайте обозначать жертвы. Количество непериодических ожирений. Если длина равна единице, сколько таких ожерелий? Ожерелий длины 1 столько, сколько букв. Потому что у нас просто на окружности написана какая-то буква. К квадрат минус К – неверный ответ. Неверный ответ – К квадрат минус К. Подумайте. Вот вы взяли двухбуквенное ожерелье и поменяли их, повернули на 180 градусов. Что? К в квадрате пополам? Да. Оно узначивает не целым, если К не четное. Еще раз, как выглядит двухбуквенное ожерелье? Внимание, из разных букв. У нас формула эта была. Из К букв надо выбрать две штуки. Причем, поскольку можно поворачивать 180 градусов, то не важно, в каком порядке. К на К минус 1 пополам. Поняли? Поняли или нет? Да. К умножить на К минус 1 пополам. Ну или другими словами, К в квадрате минус К пополам. Отлично. Это мы с вами клеточку заполним. Три буквы. Три. Делить надо на три. И какой же общая формула какая? К в кубе минус К делить на три. Совершенно верно. К в кубе минус К делить на три. Народ, потому что если у нас есть ожерелье, то поворачивая его, мы получаем три варианта. Поняли? Следующий формат. Может быть, вы теперь скажете общую форму. Господа, скажете общую форму? А там в четверке вы пускай не написали пускай. А? Вы пускай не написали пускай. И не должен пускай. Про это мы говорили специально. Мы нужно из задачи про прямую, чтобы это делить на L. Совершенно верно. Удивительная эта формула. Сумма. К в степени D умножить на функцию Мёбиуса от N бета, взятая по всем делителям, и дальше очень важная вещь. Всю эту сумму надо разделить на n. Между прочим, совершенно не очевидно, что будет делиться. То есть я знаю, что будет делиться, потому что количество чего-то, оно всегда целое число. Да? Но когда написана формула, то, что это делится на 6, в общем, не вполне очевидно. Для простого числа p вы получаете ответ. К в степени p минус k делить на p. Вот то, что это число целое, это и называется малая теорема Ферма. Скажите, пожалуйста, а сколько всего разных ожерелий? Вот здесь мы посчитали количество ожерелий не периодических, так? А скажите, пожалуйста, а если разрешить периодические ожерелья? Что? Нет. Подумайте. Вот давайте мы введем новую функцию всего ожерелья. Сколько существует всего ожерелья длины n? Нет. Сейчас же крутить можно. Прелесть-то в чем? Итак. F от N. Это будет что такое? А, крутить. Ну, получается, К в степени N делить на L. Что? К в степени N делить на L. Нет, конечно. К в степени N, скорее всего, на N не будет делиться. Все не так просто. Все совсем не так просто. Ну,
ожерелье длины 1, их будет, конечно, каждый, это я понимаю. А вот теперь вопрос, а сколько будет ожерелье длины 2? Уже может быть и периодически. Как вдруг пополам? Не слышал. Как вдруг пополам? Нет. Просто как вдруг? Нет. Вот мы посчитали количество непериодических ожерелий. Вот когда у вас есть ожерелье длины 2, они какие бывают? Одинаковые буквы. Когда буквы одинаковые и когда буквы разные. Да. Сколько ситуаций, когда буквы разные? Вот столько их. Когда буквы разные, ситуации, да. Вот столько. А когда буквы одинаковые, вот столько. А значит всего, что нужно сделать? Сложить. Надо вот это число сложить с этим. Вы это умеете? Это будет k в квадрате плюс k пополам. Да. Замечательно. А для тройки? K в квадрате плюс 2k делим. Для тройки. Внимательно. Ну, k в кубе плюс 2k делим. Очень интересно. K в кубе плюс 2k делить на 3. Делить на 3. Хорошо. А для четверки? Что надо сделать? К в 4. Господа, надо сложить. Вообще вот эта вот функция, вот это F большое, вычисляется же очень легко. Это есть сумма больших G по всем делителям. Согласны? Значит, чтобы найти вот это место, что вы должны сделать? Вы должны взять вот это, вот это и вот это, и просуммировать. С каким коэффициентом войдет k в четвертый? По-прежнему с коэффициентом 1 четвертая. Согласны? А для пяти что будет? K в пятый минус 4k поделить на 5. Плюс 4k. Плюс 4k поделить на 5. Хорошо. А для шести? Сумма. Это k в шестой. Нужно взять вот это. Вот это, 3, 2, 1. Вот это и сложить. И да. Что будет? Ну, знаменатель, понятно, будет 6. Шестерка. К в шестой. К в шестой. Получается плюс к в третий. Так, здесь минус 1 шестая, к в третий. И здесь плюс 1 третья. Да, плюс к в третий. Плюс к во второй. Плюс 2 к во второй. Здесь минус 1 шестая. Плюс к во второй просто. Здесь ничего нет. Здесь плюс 1 вторая. Плюс 2к в квадрате. Здесь будет 2. 2к в квадрате. И плюс 3к. Теперь сколько у нас этих самых k? Здесь 1 шестая. Здесь минус 1 треть. Минус 1 вторая. Да, получается плюс 2к. Угу. Ну вот вопрос теперь. Способны ли вы понять, какой ответ? Ответ дается такой знаменитой штукой, которая называется лемма Бернсайда. Это замечательный способ, палки пересчитать некоторое количество ракет, когда у вас есть какое-то множество, ну, например, вот то же самое ожерелье или какая-то иная там, табличка, которую можно переворачивать, что-нибудь такое. Нечто, у которого есть какие-то симметрии. И вот подсчитывать количество вариантов, это мы потом будем обсуждать отдельно. Это просто отдельная интересная, замечательная тема. Но, повторяю, я-то знаю ответ, а вы ответ Лемма Бернсайда не знаете. Что же это будет за выражение? Есть формула для жешки. Есть? Такая. Значит, что вы сейчас можете сделать? У вас есть формула для f. Вы можете взять эту формулу, подставить вот эту формулу для g. Согласны? Ага. И посмотреть, что будет. Ну что, пойдем на подвиг. Лемма Бернсайда оказывается проще, чем я сейчас рассказываю. Но с другой стороны, то, что мы сейчас делаем, это хорошее учебное упражнение. F сумма g от d. Где n делится на d. Согласны? Это правда? Это правда. У любого
ожерелья есть какой-то кратчайший клин. Теперь надо вместо G большого подставить эту формулу. Там G берется от D. А здесь у меня уже тоже D написано. Как это лечить? А я знаю, как лечить. А давайте я здесь напишу не D, а M. Мне же все равно, как обозначать делитель числа, правда? И тогда все, что нужно будет сделать, это вот эту вот формулу взять, когда вместо n написано что? M. А это мы умеем. Итак, это есть сумма, взятая по всем делителям числа n. В знаменателе здесь написано m, а в числителе написано сумма, взятая по всем делителям числа m. Чего сумма? K в степени d, mu, так, mu чего? Mu от m деленное на d. Пожалуйста, проверяйте, правильно ли я переписал это выражение. А я не понимаю, почему вы m написали вместо m? Функция m большое получается суммированием функции g по всем делителям. Вот этот делитель я обозначил буквой m. Потому что если бы я его обозначил буквой d, то здесь были бы проблемы. Здесь надо было бы переобозначать d какой-нибудь другой буквой. Здесь буква d встречается 3 раза, поэтому я решил все-таки там 1 раз. Потому что у нас уже n была. В смысле? Здесь была буква n. Но меня интересует, внимание, меня интересует вот это выражение, взятое не от числа n, а от числа m. Теперь поняли? Да. Теперь поняли, отлично. Теперь давайте разбираться. Вы помните, как у нас выглядели ответы? Там в знаменателе все время было число n, согласны? Значит, первое, что я сейчас должен сделать, это, ну, чтобы подогнать вот этот ответ, это одну n вынести за скобки. Согласны? Отлично. Давайте это сделаем. Тут никакого n нет, но я имею право это сделать. Это будет одна n сумма. Так, теперь сумма какая? Смотрите, n делится на m, а m, в свою очередь, делится на d. Вот такая история, да, у нас? Кстати, у нас такого типа вещи уже были, да? Смертные. Здесь k в степени d, ну понятнее не скажешь, k в степени d. Дальше, функция Мёбиуса, m разделить на d, тоже понятнее не скажешь. И вот дальше, внимание, тут у нас было m, а я вместо этого написал n. Поэтому надо так написать, надо написать здесь числителе n, а в знаменателе m. Пожалуйста, перепишите аккуратно, проверьте. Обязательно надо переписать формулу, чтобы вы видели, еще раз, математического смысла в том, что я сейчас делаю, нет. Потому что лемма Бергцайта просто сразу дает ответ. Но учебный смысл огромный, потому что надо учиться работать с этими самыми формулами. Понятно, да? И вот, хорошо. А теперь давайте посмотрим, что мы вообще хотим. Вот видите, здесь идет что? Здесь идет k в каких-то там степенях, правильно? Причем все эти степени – это делители числа n. Отлично. Так давайте посмотрим. А вообще-то здесь так же. Здесь k в степени d, но d – это при этом делитель числа m, а m – делитель n. Значит, k – делитель числа n. То есть с этим все хорошо. И получается, что на самом деле нас интересует вот такая сумма при фиксированном числе d. Поняли? D фиксированное какое-то число, какой-то делитель числа m. И дальше m – это что-то такое, вот, да? Это число, которое является делителем n, но при этом само делится на d. Нас интересует вот такая сумма. Между прочим, это само по себе интересно. Это просто само по себе интересно понять, что же это такое. У нас же здесь написано, что m делится на d. Так давайте я введу новое обозначение. M разделить на d я обозначу буквой A.
А n разделить на m я обозначу буквой b. Понятно, что произошло? Ну да. Это целые числа. Это целые числа. И в таком случае эта сумма переписывается так. Одна n по-прежнему есть, она как вынеслась, так и осталась. K в степени d. Замечательно. А дальше мю от чего? Мю от а. Мю от а. Замечательно. Умножить на что? На b. Умножить на b. Умножить на b. А что такое а и b? Смотрите, а и b – это замечательные такие числа. Если их перемножишь, то получишь n разделить на d. То есть n – это есть a, b, d. То есть a, b – это натуральные числа, d – тоже натуральное число. И вот сумма берется таким образом. Все понятно? Отлично. Так вот, ребята, значит, получается, что нас с вами интересует вот такое выражение. Это некоторая интересная функция. От чего? От числа n разделить на d. Вы согласны? А умножить на b – это n разделить на d. Так вот. Сказать, что это за функция, поскольку она в нашем курсе уже была. Подсказка. А посчитайте несколько первых. Более того, вообще-то они у вас уже есть. Самые первые. Посмотрите, что это такое, и узнайте. У нас вообще не так много было функций разных. Это одна из важнейших функций теории чисел. Я обозначу n, деленное на d, буквой a. И задам такой вопрос. Найти сумму, взятую по всем делителям числа L, мю от А умножить на L делить на А. Пожалуйста, вспоминайте, когда это у нас будет. Всем понятно, что L это А умножить на B, да? Соответственно, вместо B я имею право писать L делить на А. Во-первых, мы это обозначим как-нибудь вот так, H от N. На самом деле у этой H есть настоящее имя, и оно какое? Чему равна вот эта сумма? Мы ввели некоторую функцию. Как она вычисляется? Ну вот давайте, например, посчитаем сразу 10. Какие делители есть у числа 10? Пишите букву А равно. Дальше с большими интервалами, чтобы под ними писать, вот 1, 2, 5, 10. Отлично. Теперь смотрите, что от вас просят. Мю. От каждого из этих чисел. Это вы знаете. Мю от единицы сколько? Один, пишите. Мю от двойки. Сколько? Нет. Как определялась функция Мёбиус? От произведения нескольких разных простых чисел это было минус один в степени их количества. Если число делилось на квадрат простого числа, то это 0. Двойка – это произведение скольких разных простых чисел? Вот когда вот двойка разлагается на простые множители, сколько там этих множителей? Один. Сколько будет минус один в первой степени? Минус один. Минус один, пишите. Дальше. Тоже минус один. Минус, то есть, ну, посильнее нажмите, чтобы все было видно за рядом. И предыдущий тоже. Минус нормальный нажмите. Нажмите 7. Да, отлично. И от 10 сколько будет? 1. Отлично. Но это вы написали мю. А вам нужно, кроме этого, еще L делить на. Поэтому смотрите, вот у нас есть мю от А. Да? А теперь L делить на А. 10 делить на 1, знаете? А, это 10. И последняя строчка. Надо перемножить это на это. Мю от А умножим на L делить на А. Пишите. 10. Отлично. И вот теперь надо сложить.
4. Тебе надо идти в таблицу и написать число 4. А тебе надо сесть на место и сделать это быстро для всех остальных чисел. Для этих. Да, там один, есть простое число, это один. Один. Потом два. Для четвертого сколько? Для шести это два. Да, для шести это два. Ну вы сначала все-таки для четверки пишите. Для четверки. А вот такую табличку быстро сделайте прямо здесь. Делители же легко прямо. Да? Один, два, четыре, да. 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 Надо 4 делить на это. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Да. И 4 минус 2? 2, конечно. 3, это будет 4? Да, конечно. 5 минус 1. 6? Да. Для вас? Для 8, для да. 8. Опять такую табличку. 1, 2, 4, 8, это же не проблема. 0, да. 1 минус 1. 1, 8. Да, 4, 2, 1, да. 4 будет совершенно верно. Да, это будет 9 минус 3. Ну и значит, что это за функция? Это функция. Вы же можете, смотрите, что сделать, писать такие таблички не для конкретных чисел, а взять какое-нибудь там число, ну давайте, несколько типов чисел, взять простое число, можете? Простое число. Взять произведение, простое число, можете? Взять, не знаю, там, пятую степень простого числа, можете? Так давайте, как только вы решите эти три задачи, все будет легко. Просто конкретно посчитайте. У простого числа p делителей всего две штуки. Один и p. Один и p, да. Да. P, не два p. Минус 1. Это будет p минус 1. Да. Нет, вот здесь вот это. Да. Здесь прямо здесь пишет. P минус 1. Замечательно. У числа p q, если p и q разные простые числа, какие делители? P, q, q. Да. Тут будет 1, тут будет минус 1, тут будет 1. Все вспоминают функцию вируса, да? Q. Да. Q. P. Да, и значит ответ? Это будет... Да, вот это и есть ответ. P, Q, минус P, минус Q и плюс 1. Да, для P в пятый. Это будет... Так, все понимают, что напишут? Да. Туча нулей у функции Мёбиуса. Один. А p это минус 1, а все остальные нули. И вы не помните, что это за функция? Что такое p в пятый минус p в четвертый? Для числа p в пятый. Это количество чего? Еще лучше для числа pq. Там это понятнее. Вот есть все числа и pq штуки. А что такое вычесть p? Каких чисел одного такой q, p штук? Делящихся на q. Делящихся на q. Да. Замечательно. А что такое вычесть q? Делящихся на p. Замечательно. А зачем вернуть единицу? Делящихся на pq. Ну, на ставку. Формула включения исключения. Отлично. И значит, что такое вот это pq минус p минус q плюс 1 для числа pq? Количество чисел от 1 до pq взаимно простых с числом pq. Не помните такое? Это называлось функция Эйлера. Количество несократимых дробей
с данным знаменателем. Вот смотрите, со знаменателем 6 какие есть правильные несократимые тройки? 1/6 и 5/6. Со знаменателем 8 какие есть правильные несократимые тройки? 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Поняли? Вспомнили или нет? Да, вспомнили. Вспомнили. Теперь вопрос, а почему так? А потому что у нас была формула очень важная про функцию Эйлера. Вот смотрите, что я вам сейчас на самом деле пытаюсь объяснить. Я пытаюсь вам сейчас объяснить, что если вы берете вон ту сумму, ню от А, L делить на А, да, по всем делителям, то это будет функция, так? Но, внимание, давайте вот эту штуку перепишем по-другому. Здесь напишем не L делить на А, а здесь напишем B. А здесь будет ню от L делить на B. Вы согласны, что это то же самое? Да. Я просто обозначил L делить на А, но вы... Да. Замечательно. А это есть формула обращения Мёбиуса. Для какой функции? Для вот этой функции. Для вот этой и вот этой. Поняли? Здесь стоит какая-то функция. Мы ее умножаем на ню. Ну, от L делить на B. Как в формуле обращения так было, разве нет? Замечательно. А значит, как выглядит, ну, до обращения? Выглядит очень просто. B равняется сумме фи от каких-то там, ну, не знаю, от делителей. Да? Сумма по делителям. Так? Замечательно. И это мы с вами уже обсуждали. Мы говорили, что когда есть все дроби с данным знаменателем, то мы можем их сократить максимально. Вспомнили? Нижнюю верху. Нет, вот эту. Эту формулу. Секунду. Эта формула и вот эта формула, они связаны как Мёбиус обращение. Да. То есть, если вы знаете вот это, то вы знаете это. Что такое функция Эйлера? Это сколько дробей с знаменателем? Да. Прости. Сколько дробей вида k разделить на n, где k от единицы до n, и что? И n делится на k. И k взаимно просто. Давайте запишем это определение. Определение. P от n – это есть количество таких чисел k, что k единицы до n, и при этом наибольший общий делитель чему равен единице. Так, вертикальные палочки обозначают количество элементов, а фигурные скобки обозначают множество. Так? Это всем понятно? Это всем понятно. Я утверждаю, что очевидным образом Бернаулем. Без всякой науки и без формулы обращения Мёбиуса. Ну, если нет, то всегда, наверное, есть, это совсем просто. Давайте подумаем, что здесь написано. Вот что у нас есть здесь. Взяли число L. Так? Взяли число L. И давайте будем постепенно двигаться по ашкам с самых маленьких вперед. Сначала взяли в качестве h-ки единицу. Что у нас тогда? Тогда просто L. Ню от единицы – это единица, L делить на 1 – это 1. Так? Все понимают? Да. Будет L. Дальше. В качестве h-ки взяли какой-нибудь простой делитель числа L. Ну, самый маленький. Тогда пойдет с минусом, потому что мю от простого числа – это минус 1. L делить на этот простой делитель. Это что мы вычеркнули? Все числа, которые делятся на 2. Все числа, которые делятся, почему на 2? Не обязательно на 2.
наименьший простой делитель, не обязательно 2. Ну, какой-то там он есть, да? Все числа, которые делятся на наименьший простой делитель. Так? Так. Дальше. На квадрат надо вычеркивать? Нет. Потому что если мы вычеркнули делящиеся на p, то делящиеся на p квадрат мы тоже вычеркнули. Ради этого функция Мёбиуса от квадрата как раз равна нулю. Так? Угу. Так. Отлично. Дальше. Берем какой-то другой простой делитель. Вычеркиваем те, которые... Понятно? Делятся на него. Их будет L делить на этот простой делитель. Но при этом те, которые делятся и на P, и на Q, мы что? Вычеркнули два раза. Сейчас понятно? Да. Таким образом, вот эта вот формула, она более-менее очевидна, ребят. Понятно? Но у нас есть уже наука. А наука наша утверждает следующее. Вспоминайте, пожалуйста, как выглядит формула вращения Мёбиуса. Если есть какая-то функция, которая является суммой значений другой функции поделителя, так выглядит формула вращения? Вот функция b, функция, которая в точке b, равна b. Да. Она является суммой фишек. Почему она является суммой значений функции? Вот это надо сейчас понять, вспомнить точнее. Это мы уже один раз делали. Вот, например, почему фи от 60 это есть сумма фи от 30, от 20, от 10? Это совсем просто. Потому что мы можем просто домножить и получить. Не то, что домножить, а вот любую дробь можно однозначно записать в несократимом виде. Вот представьте себе, все дроби со знаменателем 60. Сколько их штук, когда числитель бегает от 1 до 60? 60 штук. Очевидно? Очевидно. Но когда вы берете какую-нибудь такую дробь, ну я не знаю какую, скажем, 25 шестидесятых, вы согласны, что ее можно сократить? Да. Во что она перейдет? 5/12. В 5/12. И дальше не сократишь. Да. И прелесть в том, что каждая дробь однозначно записывается в виде, причем знаменатель это будет делитель числа 60. Замечательно. Так я сумел вас убедить вот в этой формуле. Да. То есть вот эту формулу вы поняли. А эта формула и эта связаны обращением Мёбиуса. Теперь совсем все хорошо? Спасибо. Отлично.